Дорогие друзья, сегодня я обращаюсь к вам с просьбой отметить день рождения одного замечательного, как оказалось, человека, каким, кстати, и является Андрей Валерьевич. Понимаю, что в столь тяжелое время очень многие россияне вынуждены платить ипотеки и кредиты в то время, когда айфоны становятся с каждым днем все дороже и дороже. Ну что поделать, ведь понтоваться как-то нужно. Несмотря на тяжелую и критическую обстановку, я призываю нас всех объединиться финансами и подарить Андрею Валерьевичу, ну, хотя бы чехол от айфона. Хотя я уверен, что совместными усилиями мы соберем более большую сумму. Сейчас попрошу заместителя правительства Юрия Трутнева собрать деньги на подарок. Юрий Петрович, пройдитесь, пожалуйста, по рядам. Да и имениннику передавайте мои искренние поздравления.